Всем, друзья, привет, вы на Котплей, мы продолжаем Ассасин, но это уже братство. После, то есть, после Ассасина 2 мы сейчас находимся в Риме. И вот он. Наш... Ты забрал деньги друга. У нашего друга? Да. Небольшая победа. Если мы приложим усилия, побед будет больше. Когда-нибудь на нас обратит внимание Чезаре, и тогда нам конец. Однако, где же Веницио? Он должен был перехватить то письмо. За мной. Отправляйтесь на встречу с агентом Макиавелли и заберите у него письмо. Пойдем. Эй! Флоринов. Флоринов. Конь ей в броне. Папа смотри. Поступил очень хитро, сохранив так называемое правительство. Этим он без труда обманул твой любимый народ. Когда ты успел стать таким циником? Я всего лишь реалист. Но, возможно, еще не все потеряно. В Риме у нас есть союзники. Однако неизвестно, сумеем ли мы сохранить их. А, вот он. Он пытался украсть папскую почту. Пердонайте мне, сеньоры, но вы ошибаетесь. На кого ты работаешь, Ладро? Ни на кого, поверьте. Значит, никто о тебе и не заплачет. Пожалуйста, отпусти. Не соблюдаешь закон, умрешь. Теперь ты не уйдешь. Грация. Где оно? Письмо все еще у курьера. Останови его! Встретимся в термах. Догоните. Все изи. Что такое? Похоже, вместе были когда-то. Ну, это получается арена или что? Ну, красиво выглядит. В жизни не видел такого странного человека. Это что у нас здесь? Термы Трояна. Красота. Акведук. Нифига. Разрушенный.
что-то мы прибежали. На акведук засмотрелись. Отнесите письмо Макиавелли, который ждет у тебя у Терн Трояны. Ну вот, пожалуйста. Че, дурак, что ли? Собака. Опа. Бандюганы. Бандюганы. О. Вы что, мы попутали? Откуда появились эти убийцы? В исторических источниках мало сведений о последователе Рамула. Мне удалось выяснить, что это была секта язычников, отправляющих своих ритуалов в несколько заброшенных участков римской катакомб. Сигнанты поклонялись легендарному основателю Рима, Ромулу, которого, согласно преданию, скормила волчица. А, ну вот, последователи Ромула верили, что их кумир был наполовину человеком, наполовину волком. Видимо, этим и объясняется их страсть к старинным одеждам и неуместно вести себя за столом. Ну вот, волчара. Выть как дурак. Ну да ладно. Надо бабло снять с них. По 16 вообще. Какие-то копейки. Миллион студию. Чтоб я банк, о, не банк, а мог купить Рим и выгнать неугодных. Или армию со свою собрать. И нормально. Яд. Мы можем. О, вот смотри. Получается. Метательные ножи. Ой, собаки. Вот самый прикол удобное было бы. Если, например, у тебя заполнены бы ножи, например, либо бутыльки с водицей или что-то там еще. А у тебя должно быть как-то плюс. Плюс, например. Кидается денежка побольше, например. Потому что ты уже собрал, куда там еще. Зачем? У тебя постоянно пишется: Вы заполнены. Так что здесь я, конечно, пожелал бы, чтобы. Наверное, они пришли отсюда. Да. По взаимодействию. Может, там особенное что-то найдем? Шлем волчий. Или броню волчью какую-нибудь. А может быть, они с нами пойдут и будут за нас? Я бы хотел, чтобы у нас были какие-то союзники-волки. Тем более. Оп. Зала Нерона. Найдите святилище Ромула. Подойдите. Так. Пройдите воспоминания за 8 минут.
выпьем воду. О, а там пузырьки идут. Мне кажется, он хочет использовать давление. Зачем вот это вот? Можно было не показывать. Проломился. Полет веры. А это волчары. Отлично. Ага, вижу уже. Уже вижу что-то. Здесь это не работает. Тут здесь работает. Разбился тут. На пол времени уже прошло.
главный какой-то. Рычит, смотри. Я смогу снова забраться сюда. Теперь куда? А, вон. Нифига себе. Если я упаду, это мне пригодится. Отлично. Тут можно забраться наверх. Свиток Ромула. Я оставляю здесь фамильные доспехи, одни из лучших в мире. Пусть они верно служат тому, кто найдет их другим почерком. Мы взяли их и положили за железной дверью. Эта дверь открывает 6 ключей, которые хранятся у 6 наших братьев. Мы скажем, что это доспехи Ромула, и они будут поклоняться им. Увеличьте изображение. Приблизить. Ух ты! Баравтус. Интересно. Ага. Это как было во втором. Мы искали вот в эти части
брони ассасина. И здесь также добавили. Но здесь загадки посложнее, я бы сказал, извините меня. Вопрос в том, что помимо того, что мы с вами ищем их, еще дополнительные задания, вот эти, типа, за 8 минут пройди этот. Такой, блин, алло. Полная синхронизация нужна им. А вы не обнаглели? Ты должен потеть. Не играть, а потеть. Ну такое. Последователи Ромула. Эти лжеязычники наводят ужас на жителей города, толкая их в объятия церкви. Как удобно. Именно. И я полагаю, что это письмо — доказательство того, что им помогают Борджи. Держи. Надеюсь, ты сможешь прочесть его. Кацо, новый шифр. Просто так не читается. Для расшифровки нужен ключ. Без него ничего не выйдет. На войне нужна не только логика. Ты же говорил, что у нас есть союзники. Так отведи меня к ним. Следуй за мной. Давайте посмотрим. Предварительного разрешения не дозволяется. Нарушители будут изгнаны, а их имущество конфисковано. Доход Рима увеличен до 50. Мои соболезнования. Твой отец был... Это тайные двери. Мы перемещаемся по тоннелям, чтобы не привлекать внимание стражи. Но многие ходы завалены. Таким образом, можно быстро и без риска попасть в нужное место. Угу. А сверху вон, Сваркаю, как раз Римская империя жахнута. Убежище на Тиберине. Нифига здесь. Смотрите, убежище на Тиберине. Да, давайте. Что такое? Что случилось? Использование трупов. В каком смысле? Бен Тровато, Никола. А, сеньор Эцио, приветствую. Фабио Орсини, к вашим услугам. Я много слышал о вас от моего кузена, Бартоломео Дельвиано. Прекрасный воин. Фабио одолжил нам пустой склад на Изола Тиберина. Я понимаю, в Тоскане у вас были условия получше. Сойдет. Бене. Тогда я пойду готовиться к путешествию в Романию. Скоро мой народ снова обретет свободу. Предлагаю разработать план борьбы с Борджи. О, ты думаешь, мы готовы к такой атаке? Си. Ты знаешь, куда солдаты Борджи отвели Катерину Сфорца? Что? А знаешь ли ты, что Борджи захватили яблоко Эдема? Как мы могли потерять яблоко? Значит, ты не знаешь о действиях наших врагов. Здесь есть хотя бы подполье, с которым можно сотрудничать? Вряд ли. Наши наемники ведут войну с французами, союзниками Чезаре. В борделе, который посещают кардиналы, есть наши девушки. Но их мадам предпочитает веселиться на балах, а не помогать нам. А городские воры? У них есть гильдия? Си. Но они отказываются говорить с нами. Что ты будешь делать?
Заведу новых друзей. Идеальная память. Достижение. Римское подземелье. Что там, читу, что там, доступ? Последовательность 3. Воин, любовник, вор. Un fiorino, messer. Фабио Артини. Кто такой? Ага. Фабио Кондотьер. Фабио Кондотьер из рода Орсини. Срослался уже в возрасте 18 лет. Тогда он принимал участие в захвате Монтепульчано на стороне сиенцев. В 1498 году он заключил союз с Бартоломео Альвиано против семейства Савелли. И тогда он женился на Джерониме Борджиа, двоюродной сестре Лукреции. Сначала Фабио помогал своим, но... родственникам, но в 1499, когда Чезаре воевал в Романе, он содействовал освобождению своего друга из заточения Тординона. Видимо, его преданность семейству Борджиа дала трещину. Когда Чезаре убил Паоло, отца Фабио, тот благоразумно скрылся, после чего внезапно атаковал армию Макелетто. Но потерпел поражение и ушел в разбойники. Папа включил его в список бандитов, объявленных в розыск. До конца своей жизни Фабио продолжал воевать, пока наконец не скончался от ранения в голову в битве при Горльяно в 1504 году. Жалко. То есть это что? Это получается что у нас? Включите мне карту. Так, где у нас? Точка сбора, восстановление, начало фрагмента. Нафига агента Тамбельера? Все это указывается. Avete qualche spirito? Un fiorino, messer. Это новые друзья, да, мы заводим по карте. Смотри, а это что? Рынок Трояна. Угу, я понял. О, здесь это сокровищница была. Понял. Нафига здесь территория? Тоже не слабая. Давайте, друзья, на этом закончим. В следующей серии продолжим. А на этом все. Всем большое спасибо, всем аригато, всем пока-пока. Новых друзей будем заводить в следующей серии.